не ушиблась? Нет, нигде не ушиблась? Ты что делаешь-то, а? Я не знаю. Все, тише, тише. Все, давай успокоимся. Я рядом, все мы рядом. Все хорошо. Все, давай. Давай водички попьем. Вот так вот. Вот так вот. Все. Да, Ксюш, да беда у меня. Но не могу я сейчас с тобой разговаривать, я тебе позже объясню. Что с ним? Какой диагноз? По-видимому, вазоспастическая стенокардия, инфаркт. Ну, точнее, покажет эхокардиограмма. Мы его забираем. Кто-нибудь из родственников поедет? Я поеду. С Юлькой должен кто-то остаться рядом. Ну, не волнуйтесь, я же здесь. Спасибо. Как оказалось, что Яна закрыта? Да, не знаю. Наверное, случайно. Юля на автомате задвижку закрыла. Ну, или просто не поняла, что она там. Сняли? Что? Ролик. Карт памяти вылетела. Вот. Найти не могу. Но там просто сточная решетка и карта маленькая, она провалилась. Леш, вот что ты сейчас делаешь? Зачем ты врешь? Юля хотела 1 000 000 просмотров, это правда. Я снимал ее на крыше, это тоже правда. Где я вру? Ну хорошо, а если они в это поверят? Боря, Оля, как они к тебе относиться-то будут? Да мне пофигу. Они сами довели ее своими разборками, разводами. Они подумали о ней. Подожди. Значит, вы не собирались снимать ролик? Значит, она залезла на крышу, чтобы спрыгнуть? Я думаю, она всего лишь хотела напугать. У нее это получилось. Чего это, Лен? Мне правда жаль, что так вышло. Ох, вроде уснула. Блин, ее так трясло, я думала, что она развалится. А что-то у вас с лицами? Что-то случилось? Нет, инфаркт пока не подтверждается, слава богу. Как Юля? Лена, я хотела сказать... Оля. Потом. Надо поговорить. Боренька. Спасибо. Что со мной? Ну что ты? Поезжай к Юле. Надо быть рядом. Она спит. Все хорошо. Пусть, когда она проснется, ты будешь рядом. Думаешь, она будет рад меня видеть? Просто будь рядом. Скажи, а сколько баллов ты мне поставил?
пожалуйста, выйдите. Выйдите отсюда. Слушай. Я отзываю свое заявление. Даже если я понесу финансовые потери, я выхожу из этой отвратительной игры. Ты не можешь выйти из этой игры. Здесь или ты играешь, или играют тобой. Ты меня услышала? Я услышала. Простите. Мы его стабилизировали. Он спит. Все твое. Миллиард просмотров. Юль, можно было просто отформатировать карточку. Прости меня. Прости идиотку. Или лучше... Нет, нет, не прощай. Помнишь, как ты повез меня прыгать с парашютом? И как я кричала. Какое было счастье. Мы рядом. И весь мир вокруг. Солнце. Горе. Почему люди такие глупые? Совсем не умеют ценить того, что у них есть. Ничего не понимают. Шурик, я тебя умоляю, не крутись, пожалуйста. Так. Так, ну, помоги лучше. Ты же... А это ты откуда взял? Я ему разрешила. Лёш, ты дай своему папе. Мы с ним договорились. Он починит. Кому? Ну, твоему папе, который в тюрьме сидел. Ну ты чё? У меня нет папы. Юленька, а? Давай к столу садись. Угу. Да, я сейчас. Мам, это я. Да. Мам, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду делать. Я тебя очень-очень люблю. Ладно? Мам.
Что с папой? Все нормально? Он, ну, все хорошо? Да. Теперь все будет в порядке. Я сегодня останусь с ним. Я вас очень люблю, мам. Мы тоже тебя любим. Здравствуйте. Привет. Я дочь Димы и Елены Михайловых, Юля. Проходи. Спасибо. Прошу. Спасибо. Похоже. Да, мне говорили на Янкиного папу. Ну, на моего. Он симпатичный, мне повезло. Да, Дима хороший. Хороший человек, Дима Михайлов. Я понимаю, что вам, наверное, трудно пришлось, да? Ну, когда вы узнали, что вас перепутали. Ничего. Ничего, привыкли. Да, ничего. Может быть, я лезу не в свое дело, но мне очень нужно знать, как погибла Лешина мама. Зачем? Это важно для меня и особенно для Леши. Он знает. Но он не говорит. Значит, не хочет. Имеет право. Понимаете, Дима мне сказал, что это был несчастный случай. А если это несчастный случай, я не понимаю, почему он просто не может с вами поговорить. Имеет право. Да просто можете сказать мне, что случилось. Стой. Она стояла вот так, как ты сейчас. Я сидел за столом. Тут телефон, трубка на столе лежала. Лёшка звонил из лагеря, просил забрать, плакал, что плохо ему там. Он первый раз один поехал. Ну, первоклассник. Хороший лагерь, ведомственный. Но она говорит ему, собирая чемодан, я, мол, за тобой сейчас еду.
Ну, я вскочил, отобрал трубку. Говорю, что ты, мол, на поводу идешь. Он может из-за ерунды, а ты сразу забирать. Кого вырастешь? Слюнчая? Мне казалось, она его балует, воспитывает слабым. Мужику же нужно быть сильным. Она все на нервах, говорит, ты про сына своего ничего не знаешь. Он из-за ерунды не плачет. А если плачет, значит для него не ерунда. Я разозлился. Думал, ради него же все. Она мне так, вроде я сына своего не люблю. Ну и... Короче, не выдержал я. Не сдержал злобу свою. Толкнул ее грубо, потому что слов не хватило. Она поскользнулась и упала, ударилась там. В общем, головой о батарею. Боже мой. Одна секунда, и жизни нет. Сколько раз мне снилось, что я все вернул, и этого не было, нет. Теперь не отменишь. Было. Это несчастный случай. Нет. Это убийство. Нет, вы не хотели. Теперь не важно, хотел я или не хотел. Ирину не вернешь. Вы можете вернуть Лешу. Вам просто надо поговорить, и все. Девочка, я верю, что ты хочешь ему добра. Но ничего не получится. Получится. Я знаю, как это сделать. Просто поверьте. Привет. Ого. Ты опять к нам жить переезжаешь? Я нет. Я к вам в гости. А вот она можно у вас поживет? Можно. Пойдем, я чай сделаю. Погоди, я тебе кое-что покажу. О, подарок от братика. Украшение? Да. Творческий ребенок. Ладно, пойдем пить чай. Пошли. Да ладно, забей. Угу, я прохожу на очередное 150-е прослушивание. А они такие, о, это же та овца, которая развалила группу Степана. Я даже сказать слова не успела. Ему кто-то помнит? Ну, конечно. У него новый состав. А меня из-за него даже на прослушивание не зовут. Ну и пошли их к черту. М? Тоже верно, но, понимаешь, обидно как-то. Я сконтачилась с группой, в которую реально хочу попасть. У них и люди, и музыка хорошая, и на Степана им наплевать. Мы договорились созвониться. Тишина. Янка, ты только не сдавайся. Все будет. Угу. Родителям бы это еще как-то объясните. Юль, ты ходила к Лешкиному отцу? Это правда? Да. Ты с дуба рухнула? Помоги мне. Без тебя не выйдет. Ты реально обалдела. Это не твое дело. Лешка не прав. Отца надо простить. Не обязательно кидаться ему на шею сразу, но... Но тебя это не касается. Касается! Лешка мне не чужой человек. Так и уважай его решение. А если оно неправильное? Только у тебя правильное решение, да? Нет, не у меня одно, нет. Я же поэтому и дергаюсь. У меня вообще не бывает правильных решений. Как я вообще могла так поступить с Лёшкой, с родителями? Если бы вы меня не вытащили бы с этой крыши, я... Одна секунда все меняет. Только меня бы вытащили, а у них все плохо закончилось. У них другое. Там убийство. Нет, там не убийство. Там тоже была ошибка. Я хочу, чтобы Лёшка простил отца.
ты слишком много на себя берешь. Помоги мне. Всего доброго. Добрый день. Здравствуйте. Борис Сергеевич Морозов, компания «Винтаж». Пожалуйста. Всего хорошего. Спасибо. С одной стороны, падающего подтолкни, а с другой, забитого, двух небитых дают. И где же грань, которая отделяет опыт сын ошибок трудных от непростительного лоховства? Возвращаясь к этому вопросу о новом филиале, я предлагаю тебе занять позицию наемного руководителя. Ну, естественно, с перспективой быть партнером. Уж как потопаешь, Боря, так и полопаешь. И моя совесть будет чиста. Да? Спасибо. Давай, будь здоров. Я волонтер на конгрессе. А вообще, я первокурсница вышки. Лиля. Борис. В наше время в вышке такие красивые не учились. А наше время требует от женщины ума. Я пишу для студенческой аналитической газеты. Мне заказали интервью с участником конгресса. Может быть, вы мне поможете? А то меня все прогоняют, все заняты. Это очень здорово, что у вас с первого курса такая инициативная. Хорошо, конечно. Современная молодежь, вы не хуже и не лучше нас. Вы просто инопланетяне. Мы росли в другом мире. Спасибо. Нам никогда не понять, через что нам пришлось пройти. Но бизнес сегодня – это совсем не то. Совсем не то. Вообще что-то другое. Да и картина мира в целом. Развлекайтесь, девчонки.
Привет. Привет. Здравствуйте. Привет. Ого, а по какому случаю праздник? Так, иди сначала руки мой. Хорошо. Так а чего празднуем-то? Сынок, я очень виноват перед тобой и перед мамой. Понимаю, что это уже нельзя искупить. Я очень любил маму и не простил себя. И никогда не прощу. Мне очень тяжело сейчас. Тяжело от того, что мы стали чужими. Я не могу поговорить с тобой. Обнять тебя. Я не знаю, что мне сказать еще. Я очень люблю тебя. Ничего, ничего, Толь. Проветрится и вернется. Стой! Леш, стой! Он и так на газ, да пожалей ты его! Кто тебя просил? Зачем ты это делаешь? Ты маму хоронила 7 лет, нет? Отцепись от меня! Ничего. Я не хотел. Я. Леша. Я. Леша. Леша, ты можешь жить как хочешь. Ты можешь идти куда хочешь. Ты можешь меня не любить. Без меня ты проживешь, слышишь? Но без этого не проживешь. Хочешь, люби кого-то другого. Только люби! Янка с Юлей, они еще дети, ничего не соображают. Ну мы-то с тобой, взрослые люди, как вообще могли это допустить? Ну ничего, он еще пожалеет об этом. Кто? Кто Лешка. Ну будут у него свои дети, и отольются кошки-мышки на слезки. А ты не суди. Тоже мне судья нашелся. Лен, да при чем тут я-то? Всем привет, Андрюха. Здрасте. Что случилось-то? Где твой друг? Это его? Его. Спасибо, Ксения, за работу и участие. Я ухожу, прости. Это что? А это я у тебя должна узнать. Это что?
вот так все бросить и уйти, а? А куда уйти-то? А это я у тебя должна узнать, куда? Дима, ему же нельзя дергаться. Его в ментовку заберут. Он должен быть у ментов на хорошем счету. Отмечаться, работать. Его же обратно на зону запихнут. Он же себе не враг. Да он-то как раз себе враг. Ёлки-палки. Мне кажется, мы с девчонками сделали большую глупость. Алло? Лёша? Отец дома не появлялся? На что? Как появится, позвони, хорошо? А что случилось-то? Да тебе-то что? Пропал человек и все! Только без паники. Слышишь? Отец пропал. Ничего себе, так переполошились. Ну, ушел человек с работы, ему надоело. Может, он за город уехал отдохнуть, на рыбалку или... Раньше вообще заявление о пропаже человека принимали только через 3 дня. Я был вот такого роста. Ждал его с работы. Тогда не было таких больших деревьев. Весь двор было видно. И вот появляется фигурка. Папа? Нет, кто-то другой. Еще одна. Не он. Потом другая. Приближается. Папа! Начинаю кричать, прыгать, с окна чуть не вываливаюсь. А он видит меня. Машет в ответ. Заходит в подъезд. А я мчусь к двери. Везде нужна ясность. Девчонки, а вы ничего не замечаете?
Это же ваш роддом. Наш роддом? Откуда ты знаешь? Я все про вас знаю. Ух ты! А мама мне не рассказывала, где он. Юрка, представляешь, мы там маленькие, беспомощные, в пеленках лежали. Такое нужно заснять. Девчонки, так, сюда. Так. Еще вы сюда. Сюда, 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 девчонки. Девчонки, я вас обожаю. Но это не ваш роддом. Я пошутил! Иди сюда! Держи. Спасибо. А пацаны скоро придут? Через час где-то. Подай мне тоже. Не рано елку наряжать. Как раз за 10 дней. А у нас не принято. Мы обычно в Альпу уезжаем недели на 3, да и к тому же папа считает, что елка не вписывается в наш интерьер. Мы тоже в этом году ничего наряжать не будем. Леш, ты не виноват, что отец пропал. Я виноват в его смерти. Леш, хорош. Жив он. Может, живет сейчас где-нибудь или в тюрьме опять. Да, умеешь ты утешать. У мамы сегодня день ангела. Я открою. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Мою вас. Да, проходите. Ой, я на минуточку. Лёш, выйди. Здрасте. И вам не хворать. Ба, ты чего? Я тут бутерброды принесла и чай. Зачем? Гулять пойдешь, с собой возьмешь, а то опять свои отравы накупишь. Ба, ну зачем это все, а? Не спорь. Бери. Спасибо. Золото ты мое. Молодец, что к матери на кладбище съездил. В смысле? Ну, я туда сегодня приехал, на могилку гвоздички положил. Смотрю, лампада горит. Какая лампада? Ну, как какая? Красная. Ой.
Еще бутерброды есть. Хотите? Не надо. Пойдем. Так что там было в этом лагере? В каком? Ты звонил тогда, просил забрать. Да, фигня. Старшие издевались, в туалете запирали. Что ж ты не сказал? Ну что, я стукач, что ли? Вернуть бы эти 10 лет назад. Всего-то надо было надрать подонкам уши, да вернуть тебя домой. Какой же я был дурак. Все воспитывал, воспитывал. Боялся лишний раз подойти, обнять, поговорить. Идиот. Не. По-своему ты был прав. Мне это в жизни починил корабль. Кораблик! Подожди, подожди, как ты сказал? Кораблик, хрясь! Ой, Шурик! Шурик, буквы Р говорит! Ну-ка, повтори! Позади! Молодец! Прорезал! Ну-ка, скажи сейчас! Можно я начну, да? Девочки! Вот знаете, накануне вашего рождения было странное чувство. Легкость, радость. Потом у меня, правда, схватки начались в 4 утра. В 4? Угу. А я проснулась в 4:30, а то, что у меня отошли воды. Представляете, потом приехала скорая. А мы с Димой на такси поехали, да. А потом случилась вся эта перепутка. Если бы она не случилась, то мы бы никогда не узнали нашу Юльку. А мы нашу Яночку. А можно я продолжу? Конечно, конечно. Девчонки, вы знаете, что вы сделали? Вы нас всех соединили в одну большую такую вот прекрасную семью. И за это время не только повзрослели вы, и вы заставили повзрослеть всех нас. Вам сегодня 18 лет. Вы уже совсем взрослые и конечно, уже совсем стали независимыми. Да. Извините. Я. Извините. Да ничего. Да, Ля? Ну, как раз выросла. Угу. Что-то случилось? Меня пригласили на прослушивание в шоу «Голос». О! Да ладно. Ничего себе. Я не поеду. Почему? Как? Могу же я всех бросить в такой день, в такой праздник? Янка, ну подожди, ну если в это... Если это так важно, да, для тебя, и ты реши сама, давай, а мы... Поддержим! Да, конечно, поддержим. Ну что, едем?